Всем привет! И сегодня я сделал долгожданный заказ, о котором я уже снимал видео. Это коллаборация Asus и Simpsons. У меня есть видео на канале, вы можете его посмотреть. Там я не очень лестно-то отзываюсь о футболках, но говорю про ожидание того, что на сайте скоро дропнется джинсовка. Кстати, о футболках. Вот одна из них сейчас на мне. С Бернсом я так и не одевал. Если вам интересно, как она вообще сидит на теле, то вы можете пройти в мой инстаграм. Там есть фотографии с аутфитом уже собраны, и так что не забудьте подписаться, и мне будет это приятно. Сегодня я забрал эту курточку, покупал я ее за 4990 рублей, если я не ошибаюсь, и, наверное, одним из самых таких раздосадований для меня было, когда через 2 дня началась акция на все новинки на сайте Asus. И эта куртка выходила уже 4000 рублей, но, в принципе, заказ не отменить, и вот я сегодня ее получил спустя 8 дней. Мне уже не терпится посмотреть на нее, потому что погода достаточно-таки похолодала, я не одел куртку нормальную и даже худи, чтобы вы увидели, как выглядит эта футболка на мне, потому что, возможно, кого-то из вас заинтересует видео, которое я уже делал. Первый взгляд также у меня на эту курточку, я думаю, то, что она должна быть гораздо лучше, чем сами футболки. Кстати, сразу скажу по качеству, на мне сейчас обычная синяя джинсовая куртка, она мне достаточно-таки не очень нравится, потому что она слишком тянется для джинсы, а здесь сразу же видно то, что по плотности более-менее интересное, и самое такое то, что мне больше всего нравится, это облака, которые сделаны по всей площади куртки. Я думаю, сейчас расстегну все пуговички, и мы немножечко ее примерим. Перед примеркой хотел вам показать сразу же некоторые такие штуки, как вот логотипы Simpsons по всей куртке, также теги с участниками, брендами, которые делали эту коллаборацию, а именно Simpsons и Asus. Здесь никаких больше ярлычков нету, которые были большие в форме облаков на футболках. Также тег Simpsons на переднем грудном кармане. Пуговицы никак не брендируются, но сразу скажу то, что джинса по материалу мне в принципе нравится, и 5000, я думаю, вполне основанная цена, по крайней мере, если на ощупь брать. Но за 4000 было бы куда приятнее. Сразу же мне интересно, я не углядел, мне многие уже написали то, что это я не досмотрел на сайте, но как-то я даже не читал то, что там не пишется нигде оверсайз именно на этих футболках, но плечи свисают у меня очень уж сильно, потому что вот он плечевой шов и вот второй плечевой шов, но надеюсь, именно эта куртка меня не особо-то и разочарует. Кстати, очень классная джинса, сейчас, я думаю, в полный рост вам еще сниму ее. Но если вы еще имеете шанс купить, то я думаю, то, что вы не пожалеете. Именно по качеству сделано очень-то неплохо. Я бы попробовал еще, конечно, у них там есть шорты, тоже с принтом облаков. Точнее, это даже не принт, это по-моему, так, типа, выжжено или не знаю, как это назвать. Но, кстати, она тоже немного короткая. Кстати, курточка тоже так немного коротковата, потому что они футболки сделали короткие, но она у меня и так торчит, но если не застегивать ее, то вполне, я думаю, неплохо будет выглядеть. Сделана она тоже так прикольно оверсайзом, но исполнение все-таки у них получилось лучше, чем у футболок. Если вы вообще заказывали какие-то другие вещи, мне уже тоже отписывались люди, то что хочешь, я пришлю тебе там футболку на обзор, но я не вижу нужды, потому что я взял немного другие. Внутренние кармашки тоже сделаны. На многих куртках они не подшиты и оставляют здесь дырочку, но здесь, по-моему, все плотненько. Уже повторюсь, то, что пока она шла, в моем городе, по крайней мере, достаточно-таки сильно похолодало. Так что, если у вас еще тепло или вы хотите просто на следующий сезон получить какую-то интересную коллаборацию, то, я думаю, это хороший вариант, чтобы купить ее. Ссылку на эту куртку и вообще на раздел Asus с этой коллаборацией я оставлю в описании, но при условии того, то, что там еще есть что-то в наличии. Если ничего в наличии не будет, то и ссылочку вы там не найдете. Также внизу будет ссылка на мой инстаграм ВК, там вы можете задавать какие-то интересующие вас вопросы. Не забывайте подписываться на мой канал и ставить большие пальцы вверх, конечно же. Всем спасибо за просмотр, всем пока!